Знакомство с заповедником Моджиб началось с его самой высокой точки, где в горах Карак и Мадабе собирает свои воды речка Моджиб. Изумрудные озера, перекрытые дамбами реки, живописно разнообразят пустынный ландшафт. Дорога серпантином вьется среди гор, открывая величественные панорамы. Перепад высот на всем протяжении заповедника, а он занимает площадь в 220 квадратных километров, составляет 1300 метров. На западе, на отметке 410 метров ниже уровня моря, река впадает в Мертвое море. Здесь находится основной вход в ущелье природного заповедника Вади Моджиб. Одна из семи природных охраняемых зон Иордании была основана в 1987 году. Заповедник расположен ниже всех заповедников мира. Лучше всего заходить в каньон с утра пораньше, пока не прибыла основная масса желающих погрузиться в природу. Тогда можно с упоением и не спеша любоваться красотой величественных разноцветных скал. Нам еще повезло, что уровень реки был низким. Его обычная высота отметилась на скалах вокруг реки. А в зимний период из-за высокой воды каньон для туристических групп закрыт. Речка вьется крутым серпантином, и передвигаться по ней нужно мелкими шажками, не поднимая высоко ног, чтобы не опрокинуло течение. Вода теплая, но довольно быстрая. И в глубоких местах это чувствуется особенно. Большое значение имеет правильный выбор обуви. Лучший вариант – это открытые спортивные сандалии на толстой подошве. Учитывая экстремально сложный маршрут, вход ограничен молодежи до 18 лет, людям, имеющим проблемы со здоровьем, и всем, кто не умеет плавать, хотя спасательные жилеты обязаны надевать все. Наш гид Халет внимательно проверял фарватер, чтобы мы с аппаратурой случайно не ушли на глубину, но все равно обвешанный фотоаппаратами с камерой наперевес, мы смогли пройти только самое начало каньона. А там, где начинается самое интересное, открываются водопады и пороги, передвижение идет уже по поясу в воде. Часть нашей группы немножко продвинулась вперед, чтобы воочию убедиться, что дальше путь идет только вплавь. Необходимы не только горячее желание и смелость, но и определенная спортивная подготовка и альпинистские навыки.